Ребят, всем привет! Ну вот сегодня поехал я к другу недалеко от Риги. Посмотрите, аквариум тоже. Дом еще не достроил, я помню, как и я тоже самое. Но уже аквариум поставил. В аквариуме пока, как и у меня, компот, как вы говорите, потому что еще человек определяется. Определяется с населением. Ну, супер, то есть, ну, привыкли мы к домам, к всем. Как говорится, стандартным, обычным, а тут смотрите, какой необычный. Просто я наслаждаюсь. Аквариум, конечно, ну и дом, то есть. Как я говорил, еще строечка происходит. Мы видим. Аквариум планируется этот убрать, оставить и дополнительно огромный аквариум поставить на кухне. Смотрите, как кухня, вот во всю стеночку уже сделана, протока подготовлена. Человек очень-очень серьезно к этому подходит. Хорошо, так, и смотрите, кто у нас плавает. Это мои паку, как я говорил, помните, я там пристроил другу паку. Вот они у нас. В доме еще отопление не подтапливается, дом нет полного отопления. Но в аквариуме, конечно, стоят грелочки, раванчики у нас плавают, скатики. Астрики красивые. И вот пакус моего аквариума. И, конечно же, человек будет делать фронтоз. Вставлять семейку. И будет дальше продолжать по фронтозам. Так как у нас есть любители, кто по скатам. Тут человек будет именно фронтоз дальше. Фильтрация тут обычная. Потому что протока еще не подключена. Как говорили, дом еще на стадии практически завершения. Вот у нас астрик очень красивый, кстати, крупный парень. Лежит. Птенопомы такие тоже большие. Тут даже уже, кстати, и протока стоит, но она еще не подключена. То есть, ну, фильтр. Понятно, что дело времени все будет. А так, когда идет стройка, то есть, я помню, тоже строил себе дом один к одному. Вот рассказывает человек, да, скучно, ты целый день строишь, строишь, тишина. Но когда поставил аквариум, этот звук воды, плавающие рыбки, покормить кого-то надо, забота. Понятно, что домой мы приезжаем, это семья, а тут... Ну, конечно, вид, вот я говорю, представляете, вот так, огромный аквариум, когда свет выключен. Тут в планах поставить фитофильтр. Тоже будет офигенно выглядеть, просто бомба, посмотрите, под аквариумом. Фитофильтр может уходить. Вообще просто космос. Вообще. Красота. Хорошо, что аквариум не загроможден камнями, корягами. Есть где место плавать. Да, но фронтозы это, конечно, рыба прикольная. Я тоже, конечно, планирую в следующем году, как я и говорил, сделать несколько аквариумов. Уже аквариум будет отдельно. Протоку сделать, подключить три аквариума все на протоку, сделать одну огромную фильтрацию, чтобы все три аквариума чистились. Это через тонник. Тонник будет фильтрация стоять, и все три аквариума будут проходить в одной фильтрации, в одной огромной бочке. Но это так, это все в планах, все это будет делаться. Но так просто, конечно, вид шикарный. Вот я просто представляю, когда мы снимем, когда человек закончит строить, когда так сидишь, например, на диване тут огромный телевизор, тут у нас фитофильтр стоит у человека, будет, представляете, вид какой. Шикарно, просто шикарно, фантастически. Все необычно. Дико приятно, когда вот люди делают с душой, с сердцем. Интересно, и, конечно же, когда есть аквариум. Для меня уже, наверное, если в доме или в квартире нет аквариума, ну, вообще, для меня это как-то чуть ли не жесть получается. Паку себя чувствует хорошо, все идеально. Только что я слышал, грелочка стоит, грелочка подогревает. Температура в аквариуме просто фантастическая. Фантастическая, приятная, нужная и правильная. Даже могу вам показать. Вот такая же у меня для очистки
Стекол очень хороший. Вот у нас температура. Сколько у нас, ребят? 26,5. Температура идеальная для всех рыб. Вот видите, фронтозы плавают. Была куплена одна семья, и одна фронтозка была куплена отдельно. Ну и как-то эта семья не очень принимает. Вот мы видим, видите, эта семейка. Есть доминирующий самец. Вот он у нас. Самочки все плавают. Ну и как-то не очень они хотят принимать. И вот эти вроде геофагусы, мне кажется, тоже, ну, очень интересная рыба, да? Смотрите, форма. Хотел сказать, форма лица. Смотрите, какая у них, да? Я тоже когда-то хотел завести геофагусов. Но видите, тут тоже, как и у меня, то есть различные рыбы. И опять же, человек понимает и говорит, дом будет заканчиваться, будет строиться большой аквариум. Все любимцы переедут в большой аквариум. Будет селекция по рыбкам. Ну и все идеально. По поводу фильтрации тут простой стоит. Фильтр большой у нас. Флуол, я не знаю, мне кажется. Наверное, третий или какой. Или даже флуол. Сейчас посмотрим. А, пятый. FX5. Большой. Раз в месяц его почистить надо. Вода довольно недовольна, а вообще чистенькая водичка. Проблем с этим нет. И вот до сих пор плавает принцесса Бурунди, мне кажется, он там прячется. Так ее еще не выловили. Так что, ребята, вот такая ситуация. Такой аквариум. Все круто. Через полгода приедем. Дом будет достроен. Аквариум будет большой сделан. Тут будет перераспределение. Будем смотреть, будем следить. Я с удовольствием вам видео показываю интересные аквариумы. Интересные не только по дизайну, вообще. Да, тут, как и у меня, пока фитофильтра нет, но фитофильтр будет. Все дело времени. Всегда приятно. Но тут хотя бы аквариум обшит, и есть у меня еще пока вообще даже не обшит. Но я думаю, до января я это сделаю. Все, ребят, всем большое спасибо, что смотрите. Всем пока. Всех люблю, всех обнимаю. С вами был ваш чудак и рыба-монстр.